Всем привет! С вами Владимир и канал «Китай стал ближе». Сегодня у нас продолжение темы неизвестных посылок. Ну, наполовину неизвестных. Вашему вниманию представлены распаковки, обзоры, тесты товаров. И все это на канале «Китай стал ближе». Я просто не знаю, сколько они шли. Я не знаю потому, что это свершилось, дорогие друзья. У меня заблокировали AliExpress. Заблокировали страничку с Алиэкспресса, и я не могу посмотреть толком, что там и как. Захожу, а меня не пускают туда. В общем, вот такие дела. Но это ничего страшного. В принципе, я знаю, за что заблокировали, так что сам виноват. Ну ладно, продолжим. Здесь ободок. Сколько он идет, не знаю. Сколько шел, точнее, не знаю. Это заказывала жена. Оценен он в $1. В $1. Сколько шел? Две недели, говорят, шел. Это с ее странички, так что тут известно, сколько что шло. Давайте откроем, посмотрим. Заказывалось ребенку. Давайте достанем. Все, посылочка пустая. Вот такой вот новогодний ободок. Правда, я думаю, что он маленького размера. Не знаю, правда, я не очень понимаю в ободках. Вот такой вот ободочек. Сделаем фотографию. Выложу, еще вам покажу фотографию. Также все ссылки будут ВКонтакте. В группе ВКонтакте. Заходите, смотрите. Может, что понравится, на Новый год закажете. Тоже хочу сделать видео, подарки к Новому году. Что-нибудь найду, может, кому-то что-то понравится, кто-то что-то закажет. Ну вот, сегодня вот такой ободок. Это первая посылочка. А вот вторая посылочка. Здесь ремень должен быть, по идее. Ремень на винтовку, на мою. Сколько шел, очень давно, заказывал давно. Страницу заблокировали давно. Но думал, что уже не придет. Месяца 4 точно шла эта посылка, но все-таки пришла. Она вся вон переклеенная, со всех сторон переклеенная. Видать, где-то то ли на таможне ее потрошили, то ли где. Здесь заклеено вон армированным скотчем, здесь простым скотчем заклеено. Так что давайте посмотрим, вообще дошло ли что-то, цела ли она вообще, что здесь есть. Все, пусто. Да, действительно, это вот такой вот ремешок. Здесь должен быть трехточечный тактический ремень. Для винтовки. Сейчас я винтовку забросил, все равно сейчас стрелять смысла нету, да и времени особого нету, ремонт. Вот такая вот. Да, это он, классно. В прошлый раз я заказывал трехточечный ремень, но мне пришел какой-то бред. Не ремень, а здесь все отлично. Вот такие вот карабинчики для зажимов. Здесь ремешок для подвязки к самой винтовке. Такие застежки. Как им пользоваться, покажу уже, наверное, позже. Позже. Ну, качество хорошее, швы ровненькие. Они бы так одежду шили, ё-моё. Швы хорошие, все четко, ровно. Когда полностью соберу винтовку, тогда уже покажу, как пользоваться этим ремнем. Вообще штука хорошая. Штука хорошая, для удобства очень хорошо ее использовать. Такая вот сегодня была коротенькая распаковочка. Подписывайтесь на канал, идут еще море посылок. Будем с вами распаковывать, смотреть. Будем паять, будем клеить, рубить и топтать. В общем, вот такая вот интересная распаковка была. Подписывайтесь на канал. Кому понравилось, ставьте пальцы вверх. Хороший материальчик. Вот, с вами был Владимир. Канал «Китай стал ближе». Все, всем пока. До новых встреч.